чеширский кот. Нам собрали стенку, горку, гостиную, вот, посмотрите. За качество видео не ручаюсь, потому что уже очень поздно, темно, и такой желтый свет у меня. Ну, покажу, как смогу. Давайте. Вот, смотрите, начинаем с этого места. Вот комод. Вот такой вот он у нас получился. Так. Сверху лежит телевизор, мы его потом повесим, мы его сняли, он у нас висел наверху. Вот такие вот шкафчики, вот смотрите, глубокие, вместительные, вот три штуки. Так, вот, все нормально собрали, все хорошо открывается, ничего не заедает. Вот смотрите, здесь вот такая полочка, ну как бы вот две полочки, да. Большой, хороший, вместительный комод. И здесь вот такая дверца. Так, дальше. Сейчас подальше отойду, а то не видно вам. Так, дальше здесь у нас вот такой вот шкаф. Шкаф у нас проблемный получился. Так, вот смотрите, вот так открывается. Здесь вот такие вот полочки, если вам видно. Темно, говорю, просто, ну, несколько тут, штук 4, да? Так, тут можно складывать вещи. Так, с этой стороны, вот смотрите, открывается вот так. И здесь тоже очень много места, вот смотрите. Можно все что угодно повесить. А внизу для обуви такая полка. Тоже большая, хорошая. По поводу зеркала. Когда нам вчера привезли гарнитур, мы посмотрели, как раз открыли... Первым делом вот эту вот часть, где зеркало, посмотрели, все нормально. То есть оно состоит из трех частей. Это, смотрите, вот маленькая часть, вот большая часть, и еще такая же должна быть маленькая. И вот сегодня, когда приехал сборщик, то есть вот эти вот, когда он стал их устанавливать, наклеивать, то есть он не заметил тоже, то есть мы никто не заметили сколы. Вот нижняя вот эта часть нормальная, вот эта вот верхняя и... Вот смотрите, вот часть, еще одна, третья, да, вот зеркало. И вот тут вот небольшой сколочек, вот чуть-чуть. То есть если его вот сюда вот сделать, это будет, ну я не знаю, не сильно видно, но все равно это брак. То есть он мне не нужен, мы это все сфотографировали, отправили в магазин. Сейчас, завтра нам привезут... В коробке точно такой же кусочек, ровный, нормальный, без брака. И мы вот этот ему отдадим, а новый сделаем. Вот такая вот проблема. Вот вечно у чеширского кота никогда все ровно не бывает. Так, дальше. Вот идет гостинка сразу следом. Так, вот смотрите. Так, вот он этот шкафчик, да, который завтра сделают. Надеюсь, без проблем уже. Так, вот здесь открывается, здесь под стеклом. Вот сюда можно какой-нибудь, я не знаю. Я еще ничего не придумала, что здесь будет. Так, вот она открывается у меня. Здесь тоже вот несколько вот полочек, смотрите. Несколько полочек. Так, закрываем. Так, здесь вот сюда можно поставить книги, например. И здесь еще большой шкаф. Вот, смотрите, здесь большой шкаф. Вот, здесь тоже штанга, можно повесить. Вот здесь вверху полка. Она очень, как бы, тоже такое вместительное место, то есть нормально. Сюда войдут все-все-все вещи. И еще, наверное, останется место для каких-то других вещей, для новых, может быть. Так, вот смотрите. А внизу, так, вот здесь вот будет телевизор стоять. То есть раньше он висел у нас вон там наверху. Так, многие могут спросить, почему мы просто на подставку его сюда не поставим? Мы его не поставим, потому что у нас котики. Они иногда бегают, носятся, то есть. И я боюсь, что они собьют телевизор и сломают, разобьют его. Поэтому мы вот этот вот кронштейн, который висел наверху с телевизором, мы его сняли. Так, и сделаем завтра его вот сюда, тоже на стену. Так, разметки вот уже у нас тут есть, вот смотрите. Вот, вот сюда мы его установим.
Так, внизу вот такие еще вместительные шкафчики, их можно назвать. Вот смотрите, тоже много места. Вот так. Теперь у меня ничего не будет валяться, все будет нормально. То у меня все в баулах, в коробках, в мешках. Вот смотрите, я даже не знаю, как вам показать. Так, вот. Покажу вот так. Выглядит это. То есть места очень много осталось между диваном и гостинкой. Вот, вот так. Очень хорошо. Мне нравится. Ну, конечно, это не законченная комната. Это вот только мы собрали и поставили стенку, как бы гостинку, да. Дальше будет у нас все остальное. Так, это диванчик наш. Здесь у нас будет плед черно-белый тоже. Ну, вот так вот. Так, наверху у нас еще вот такое вот ужасное положение. Лампочка. Люстрочки нет. То есть мы приобретем люстру. Коврик. Плед, подушки и шторы. Я хочу это все сделать одного цвета яркого. Ну, не сильно яркого такого, чтобы был контраст. И потом я вам все покажу. А Малюсик видит себя в зеркало, вот в это, разбегается и прыгает туда. Первый раз, когда он себя увидел, он весь взбудоражился, хвост трубой пушистый. Стрелка на спине. Ну, просто вообще чудо природы. Позитивчик. С вами был Чеширский кот. Пока-пока.